Тверь посетил председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон. Вместе с губернатором Игорем Рудени он провел встречу с представителями экспертного сообщества и молодежных объединений по вопросу развития мультимедийного исторического парка «Россия. Моя история». В обсуждении приняли участие советник президента страны Владимир Васильев, руководитель регионального центра добровольчества «А мы вместе» Юлия Саранова. Исторический парк «Россия. Моя история» должен стать местом, где при помощи современных мультимедийных технологий все желающие смогут изучать летопись своего отечества. Подобный объект есть уже более чем в двух десятках регионов. Теперь к ним добавилась и Тверская область. Здесь ждут жители Верхней Волжи всех возрастов. Помните, когда у нас было первое мероприятие, когда мы собрали здесь форум, то мы здесь увидели практически всех. Даже был Спартак Андреевич наш, 96 лет, ветеран, который воевал. Был владыка Виктор, которому тоже занимает почтенный возраст. Были дети маленькие, которые приходили. Владимир Васильев особенно отметил скорость, с которой в Твери был построен этот парк. Основной корпус возвели всего лишь за лето. Сегодня это уже 25-е вот такое место истории, духовности. И вот сейчас уже говорили выступающие о том, что скорость проекта как выполняется. Предполагается, что парк станет местом, где будут проводиться уроки истории, краеведения, встречи для школьников и студентов, экскурсии. Он также станет частью туристических маршрутов. У кого, а уж у Твери есть множество возможностей сделать свой неповторимый исторический парк и рассказать об истории всей России через историю вашего прекрасного города, вашего прекрасного края. В настоящее время в парке ведется оформление экспозиций. С помощью новейших информационных носителей здесь будет представлена вся история России с древнейших времен до наших дней. Значительная часть выставки, развернутой на двух этажах в 42 залах, будет посвящена Тверской земле. Уже сейчас прорабатывается вопрос, чтобы с посетителями работали и волонтеры, имеющие историческое образование. Такие лекции и экскурсии наверняка заинтересуют молодежь. Это именно то, что нам стоит сделать. У нас был опыт реализации проекта «По дорогам истории», когда волонтеры-экскурсоводы проводили экскурсии по городу Твери. И вот этот подход «равный равному», о котором вы сейчас сказали, мне кажется, он очень интересен и эффективен. На встрече с представителями экспертного сообщества и молодежи обсуждались вопросы проведения культурных мероприятий на территории парка, его развития и расширения экспозиции. По завершении дискуссии Игорь Руденя, Владимир Васильев, митрополит Тихон и Юлия Саранова высадили клены на территории парка «Россия. Моя история» в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». Тверской мультимедийный парк «Россия. Моя история» еще пока не обрел свой окончательный облик. Здесь будут построены новые объекты, а кроме того, капитально отремонтированы прежние, например, спортивный зал. Кроме того, здесь появится еще и парковка для автобусов, торговые павильоны, фуд-корт, амфитеатр, детская площадка. Таким образом, Тверь получит большое современное общественное пространство, где можно будет не только получить исторические знания, но и просто приятно провести выходные.